Привет, ребята! Вы попали снова ко мне на канал. И сегодня я хочу снова потрейдить этого Арктика, потому что то видео мне показалось не сильно информативным, и мне не сильно понравился монтаж там. Поэтому я решила сделать это в скринах, то есть я вам буду показывать, что мне реально давали, там ставили галочки и так далее. Но перед началом данного видеоролика я, во-первых, хочу показать фрагмент, где я отдавала приз победительнице в конкурсе, который происходил в тех видео в прошлых, и попросить вас подписаться, поставить лайк и написать комментарий. В принципе, да? Пожалуйста. Вот. Ну и давайте же посмотрим этот фрагмент. Тут я уже зашла, чтобы отдавать ей приз. Сделала приманочку, точнее, забрала свои 10 баксов. Офигеть, как много. И тут я пытаюсь кинуть ей трейд. Что еще происходит? Принимай, принимай. Она не сразу принимает трейд почему-то. Я не знаю, может быть, она просто прогружалась в этот момент. А ей трейды еще тут кидают, да, как бы. Не сильно круто. Такс, принимай, принимай. Все, она приняла трейд. Пишем ей привет. Но тут я решила ускорить, потому что это, в принципе, неинтересно. Вот я ей отдаю приз, она соглашается, я ей пишу, может, еще поучаствовать там и так далее. Я не знаю, что произошло с краном, но вот мы с ней обменялись, поэтому погнали уже смотреть трейды на Флорайд Арктикалине. Тут нам дают Флорайд Фурию, какую-то зельку и маленький подарок, но за это могут дать и Неон Флорайд Фурию, поэтому тут, в принципе, логично, что я отказываюсь от этого трейда. Нам человек дает Флорайд Красного Дракона, Флорайд Флэйр Дайсы и Флорайд Зельку, ну тоже мало, поэтому мы отклоняем, конечно же. Тут нам дают Флорайд Черепаху, Флорайд Клубничного Дракона, Райд Китсуна, Райд Ужасного Оленя, Райд Кита. И вот такие вот добавочки. Сейчас я вам еще покажу, какие добавочки он там добавлял. Вот. Манекенека, боксики с этого обновления, которое прошло уже. Короче, нет. Снова кинул трейд тот человек и добавил еще флорайд шпиц. Но у меня есть неоновый шпиц, поэтому я не нуждаюсь в флорайде. Флорайде, короче, вы поняли. Тут нам дают флорайд свинку, флорайд древнего дракона, райд оборотня. И всякие вот такие вот штучки, ну нет. Тут нам дают джеджер кота, персианского кота, австралийскую собаку и райд какого-то этого. Я не знаю, кто это, честно. И райд феникса тоже нет, это тоже очень мало. Тут нам дают флорайд черепаху, и это, конечно же, тоже очень мало. Нам давали больше, поэтому тут стоит отклонить, даже не задумываясь, потому что Арктик ценнее. Тут нам дают флорайд аксолотля и флорайд Терекса. Также флайзельку и райдзельку, но это тоже маловато, поэтому нет. Тут нам дают райд лева, он олд, насколько я знаю, хорошо ценится, но не настолько, как Арктик. А также флорайд шоколадного беда, райд Виверны и райдзельку. Это тоже очень мало, но, в принципе, лев прикольный пэтик, его ценят. Тут нам дают флорайд козерога, райд нага дракона, флорайд гидру, райд пиакока, райд василька, райд пчелку, райд Воверно, лесное яйцо, неон собаку. Также добавляя два драконстера, какие-то зельки, мерхорса, ну и всякую ненужную хрень. В общем, это тоже очень мало. Ну нет, это не очень мало, но в принципе на Арктике это мало, да, все-таки. Но на этот трейд я 100% соглашаюсь, потому что это просто переплата огромная с его стороны. Я шучу, если что, да? Никогда не соглашайтесь на такое, это очень мало, тут и говорить ничего не надо. Да, он согласился, если что, потому что я сделала случайно два скрина, но ничего страшного. Вот он согласен, и вы тоже обязательно соглашаетесь. Никогда не соглашайтесь на такое. Тут нам дают ледник Кицуне, хулынскую собаку, абиссинскую кошку, желтую бабочку, также очки, какую-то шляпку, а шляпку с ивента, духи и крылышки тоже с ивента. Это все почти у меня есть, поэтому нет. Этот рейд уже интересный. Нам дают флайрайд золотого единорога, дракона радужного, райд оборотня, нового питомца легендарного, флайрайд медведя, неон флайрайд гост волка, неон шибаина.
Также нам дают два яйца вот таких вот и два пустынных яйца, два городских, еще одно лесное и тоже питомец данного обновления. Этот рейд тоже выглядит довольно-таки интересным, но это все равно не дотягивает до флайрайд Арктика Оленя, поэтому мы, конечно же, отказываемся. Тут нам дают флайрайд Скеллерекса. Я их все время путаю с Терексом. Ничего страшного. Но это тоже маловато, насколько я знаю. Да и, в принципе, на такой трейд я бы не согласилась. Он мне не нужен. И помните, что я вам говорила в начале видео, что за него можно получить Neon Fluoride Fury с добавками. Конечно, тут человек не добавил, но было бы прикольно, если бы он добавил, потому что просто на Neon Fluoride Fury это не катит. Но тут нам дают два полуночных Флорайд Дракона и Райд Радужного Дракона, также с лунного обновления, которое только недавно ушло из игры, поэтому они еще не начали цениться. И на этом будет наш последний с вами трейд. Погнали переходить. Ну, а мы переходим к концу данного видеоролика, собственно. Такие у нас получились интересные достаточно трейды. Я старалась над этим видео, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И обязательно пишите комментарии, потому что это поднимает актив, и видео идет вверх таким образом. Попадает куда-то там, не знаю, залетает. В следующем видео я также устрою конкурс на какого-нибудь крутого рейд-пэтика. Поэтому обязательно участвуйте. Также я, скорее всего, уже пока монтирую это видео, создала телеграм-канал. Если я его создала, то он будет прикреплен в комментарии и в описании этого видео. Поэтому, пожалуйста, переходите, там я буду набирать людей в видео. Пока-пока!